1 апреля – день смеха, шуток, веселья и обмана. Во многих странах мира в этот день принято разыгрывать родных, друзей, коллег или просто знакомых. Мы решили узнать, как к этому дню относятся ангарчане. И правда ли, что смех продлевает жизнь? Ну, раз пошутили, что я деньги должен, с банка якобы позвонили. Вот. Было как бы удивительно. В детстве разыгрывали родителей. Писали им там записочки, что мы куда-то уехали. Вот, а на самом деле мы никуда не уезжали. Я вот здесь в училище училась в 30-е. И девчонки подбегают, говорят, иди к тебе, мама приехала. Я помню, бегу такая на вахту, а никого нету. Я так плакала. У подруги сегодня день рождения. Она все время говорит, я 1-апрельская шутка родителей. А знаете, лет 10 что-то как-то перестали 1 апреля шутить. Раньше реально это был розыгрыш, идешь в институт, там, в школу, чтобы кого-то подловить, что-нибудь там Мария Ивановна там сказала. Это... А сейчас такого перестало быть. Я думаю, что как-то не очень. Смех же является противоположным фактором от, ну, не знаю, грусти, там, всего остального. А вот грусть как раз-таки снижает, мне кажется, время продолжительности жизни и всего прочего. Я еще не прожил столько, чтобы понять, продлевает он или нет. Надо еще лет 50. Обязательно надо ко всему с юмором относиться, надо смеяться. Так что смейтесь, улыбайтесь. С праздником 1 апреля.